это нарушение трехстороннего соглашения, раз, это, конечно, желание России вернуть обе стороны, в первую очередь Азербайджан, к выполнению договоренностей, трехсторонних договоренностей по Лачинскому коридору. Вот, собственно, и все. Поэтому мы должны это четко понимать, что Азербайджан сегодня ведет политику по нагнетанию напряженности в этом регионе, которая наносит ущерб безопасности Российской Федерации. И в этих условиях у меня есть фотографии, где, скажем, так называемые азербайджанские экологи перекрывали дорогу нашей видеокартинки. Они мне азербайджанцы, кстати, посылали. Где они перекрывали дорогу нашей военной миротворческой колонии. Эти все вещи вот хорошо известны. Поэтому вопрос о нормализации ситуации в этом регионе критически важна. Если они считают, что решение обращения к Лаврову не будет подкреплено при необходимости военной силой, то они могут пойти на нагнетание, так сказать, пренебречь его пожеланиями. Это тоже вполне может быть. КПП — это не что иное, как постепенное, поэтапное внедрение Азербайджана в этот регион с целью закрепления там своего решающего влияния. На данном даже, а потом в перспективе вплоть до, так сказать, интеграции этого региона в состав своей территории. Все.